Так, ну что ж, дорогие друзья, всем привет. Продолжаем играть в игрушку «Крошечный король». Вот, у нас сейчас 8-й уровень. Давайте уже продолжим. Так, вот такая необычная атмосфера. Это мы, значит... А там шестеренки крутятся, а тут какое-то зелье варится. Так, интересно. Есть какая-то губка. Давайте попробуем нажать. А, вот, я могу макнуть ее туда. Нет? А, вот, все. Протереть окошко надо было. Хорошо. А, так, карточку мы нашли с вами. Теперь нажмем рычаг. Опускаем это в кислоту. И видим картинку с вами. Коровка. Так, ладно, давайте дальше. Я могу их перетаскивать, прикольно. Так, следующее. Самолетик. Забавно. Так, улетел. Так, камушек. Поставим здесь. Я так понимаю, мне надо ключик найти. Вот он, ключик. Давайте посмотрим, что там еще будет. Так, тут какой-то инопланетянин. Потом... грибочек. Давайте сюда поставим куда-нибудь. Довольно-таки забавная, милая игрушка. Какой-то краб, смотрите. А, паучок, он вроде так. А, обычный, а когда он нападет, он начинает что-то плясать, как мексиканец. Так, и машинка. Веселый паучок. Ладно, давайте уже откроем дверь. И пойдем дальше. Очень интересная, забавная игрушка. Кстати, есть вторая часть, я думаю, мы с вами тоже в нее поиграем. Так, можем посмотреть. Вот, мы с вами уже много чего прошли. Осталось всего лишь раз, два, три уровня. У нас соберется ключик, и мы откроем эту дверцу. А что будет в этой дверце, вот, пока что неизвестно. Мы с вами потом посмотрим. 9-й левел. Так, это тут опять какая-то лаборатория, ничего не понятно. И кастрюля, да, это варится кастрюля, а сова, видимо, ведьма. Ладно, видимо, мне надо будет туда вот это все окунать. Давайте начнем. А справа у нас, смотрите, тень виднеется. Не знаю, чем это связано. А, вот ингредиент я должен добавить. Красный ингредиент. Желтый. Давайте зеленый добавим. Там еще какой-то. Я так понимаю, мне надо будет тут поймать. А тут надо будет поймать неопределенную. Тут будет, видимо, не грибочек, а... Ух ты, блин. Нифига себе, я потянул. А желтую карточку, я думаю, мне должны дать. Так, кто это? Давайте дальше. Вот она, карточка. Там это непонятно, кто это. То ли матка пчелы, то ли сам муравей. А, матка муравья. Так, ладно, карточку мы добыли. Теперь надо ключ как-то раздобыть. Но я понимаю, чтобы раздобыть ключ, мне надо зелье сварить. Так, домик. А, мне, видимо, домик сделать. Теперь птичка летающая. Кто у нас летающая птичка? Ты, что ли? Так, это кораблик. Кораблик, видимо, чайка. Должно быть, с морем что-то связано. Не, змея не с морем. Так, это кто? Пирамида. Домик тоже не канает. Ну, корабль и чайка. Так, ты не чайка, ну-ка. Кораблик. И чайка.
Так, что-то непонятно, как добыть ключ. Да, я даже не знаю, как в этой игрушке думать. Вот, ну потому что... Блин, ну тут все такое странное, необычное. Методом проб и ошибок, я не знаю, можно стараться. Блин, самое сложное, блин, это найти ключ. Ой, так, прошу прощения, ребят, я тут немножко подсмотрел. Так, сейчас, секунду. Так, настроим. Немножко посмотрел, и теперь я знаю правильность решения этой задачки. А, блин, вообще, что случилось? Давайте перезагрузим. Так, вот тут мы, значит, нашли с вами карточку. Оттянули. А чтобы собрать ключик, нужно, короче, вот это отверстие и вот это собрать. Вот он получается. Как бы саморучка и чем дверь открывать. Вот теперь я нажимаю на тень и появляется ключ. Я сразу почему-то не догадался. Так, отлично. 10 левел. Что у нас тут? Тут олененок у нас. Яичко, оно, наверное, разобьется. Ух ты, нашли ключик. Так он, мне кажется, не подойдет к нашей двери. Потому что тот-то должен золотой быть. Так, интересно, зачем мне эти шарики? Что мне с ними делать? Яйцо все-таки разбилось. Так, ну а что я тут еще могу сделать? Так, интересно. Так, блин, что ж все дергается-то у меня? Продолжаем. Я немножко опять посмотрел. Так, сначала давайте перезагрузим все-таки ее. Так, продолжаем играть. Что-то нужно сделать с вами. Блин, опять яйцо разбилось. Почему оно разбивается? Мне надо перышко тут найти. Никак сообразить не могу, блин, извините за то, что у меня постоянно все прыгает, скочит. Так, перышко, вот мы взяли перышко, и нам надо вот эту гору почесать. Вот она теперь у нас выползла, кстати, кто-то чай пьет, кто-то... Так, на кого-то сели, на камушек. Забавно. Олененок спрятался. Так, тебя вытащили. Теперь нужно этого накормить нам, здоровяка. А, все, накормили что ли? Так, а что я должен делать дальше? А, ключик. Был второй ключик. Вот он, ключик. Отлично. Теперь взяли этот ключ и открываем. Проходим дальше. Корону сняли. Эй, ты чё? Корону-то верни. Забавно, так. Последний, 11 левел. Так, и что у нас здесь? Тут не пойми, что творится. Мне надо опять пройти дальше. Нужно также опять всем нажимать. Ну, сюда, я так понимаю, ящик нужно поставить. Ящик смотрит, смотрите. Как забавно, ящик наблюдает за островом каким-то. Так, ящик готов. И что нам это дало? Нам это нифига не дало, потому что я не вижу, что тут еще можно нажимать.
Так, ну все, я понял. А что тут делать? Сейчас я вам покажу. Интересно, видео, наверное, будет беспонтово. Надо переделать кнопку, потому что я жму Home и паузу, и у меня начинает скакать она. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас тут. Яблочко. Так, ладно. Нам не нужно пока что, нам нужно вино. Нам нужно потопить. О, блин, яблоко не надо было нам есть, что ли? А вот один торт, смотрите, торт несут. Так, все нормально, я жил. Так. Собираем ключ. А, тут, смотрите, грабят, тут дерутся все пираты. Пытаются выломать дверь. Ладно, берем ключик. Я должен еще что-то сделать. Так, я не вижу, что мне еще тут надо делать. Так-то вроде все нормально, когда смотришь его через очки, все. Так, по-другому. А, все, мне надо было просто открыть вот и все. Вот, король проходит дальше. Так, ну посмотрим, что сейчас будет. Так, мы все прошли. Вот первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Теперь давайте откроем дверку и посмотрим, куда мы с вами попадем. А, вот я сплю, я проснулся, а торт оказывается у меня все-таки на столе. Я от счастья просто на него налетел. Вот, и, видимо, всего съел. Ну, что это ему приснился сон страшный, плохой. Вот, но когда сон кончился, он проснулся, все-таки сон. То есть, как бы сон во сне, во сне, как бы, ему снился такой сон, что он проснулся, у него не было торта, он пошел его искать. На самом деле, этого ничего не было, это все сон ему приснился. Такая вот игрушка, ребята. Вот. Как она называется? Описание. Крошечный король. Тем, кому нравится, ставьте палец вверх. Я давайте тоже поставлю палец вверх. Вот. Подписывайтесь также на мой канал. Там будет много чего интересного. Может быть, это не очень качественное видео получилось, но все же я старался. Вот. Ну что, я с вами переделаю. Будет у нас в следующий раз все получше. Пока что с вами прощаюсь, ребят. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.